Двое человек погибли и один пострадал. Сегодня рано утром в селе Хаилино, это Алюторский район. На улице Центральная горел жилой дом на площади 190 квадратных метров. Огонь охватил все квартиры и крышу. На момент прибытия пожарных в доме могли находиться люди. Работали с привлечением всех сотрудников пожарного поста и резервной автоцистерной. Сейчас, по информации МЧС, по Камчатскому краю пожар локализован. Жителей разместили в местном фельдшерско-акушерском пункте. Проливка и разборка конструкции продолжается. Причины пожара выясняются.